На этот раз фермерский десант отправился сразу в три населенных пункта региона – Сурская, Новоульяновск и Чердаклы. На главногородских площадках свою продукцию представляли сельхозтоваропроизводители со всех уголков области. В Сурском районе торговля велась с 50 машин. Конечно, сложно создать необходимый перечень товаров, когда одновременно в ряде районов проходит ярмарки. Но мы сегодня видим в Сурске, что она проходит достаточно успешно. Принципиально есть перечень товаров, которые по потреблению населения, а все остальные вопросы, да, главное, цена. Цена, по заверению сотрудников Минсельхоза, не кусалась. К примеру, хороший кусок свинины можно было приобрести за 205 рублей за килограмм. Для сравнения, цена на рынке и в магазинах достигает 250 за килограмм. Отбоев в покупателях не было. Об этом говорили и сами товаропроизводители. Хлеб наш берут, у нас и пироги, и сдоба, и ватрушки, и плетенки, и безе мы делаем, сухари делаем панировочные, такие сухарики. Ну вот весь ассортимент у нас большой, все у нас берут. Мы ездим еще по другим районам. За ходом торговли в Сурском проследил губернатор Сергей Морозов во время своей рабочей поездки в район. По традиции на ярмарочной площадке были организованы выступления творческих коллективов, работа волонтеров и социальных такси. Лучших участников торговли наградили благодарственными письмами Министерства агропромышленного комплекса области. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.